Сейчас секунду загрузится. Ну вот как раз один слот ШП. Там фокус, но он там, блядь, идет за катушкой своей с пугами. Я пошел, тапки не упали, блядь. Я ливнул, ах. Так, этот самый Black Kili, у тебя есть ШП спек? Сунул. Вижу. Нет. Я бы краще сделал. Да, гарно, я краще все время сделал. Давайте этот самый метраж. Я пока что то сделал, ну Вот мы и на месте. То, что произойдет ладно. здесь, Давайте войдет в быстрее. легенды. Трешик. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, Идите в герои, кучу. страх ваш самый Напуливай там опасный на этого противник в на любую хризи минуту. быка. Скрепите свои Заберите с сердца, меня и оба. ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Вчера упугал катушку в пизде вверх. Всем привет. 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 Видишь, я же говорил, что я буду собирать еще 10 гер. Да я что-то кашлял, видимо, совсем вовремя пришел. Я просто кушать там кушал. Ну да, я видел, что ты онлайн, я кинул тебе пару раз пати, а потом вижу, ты вылетел. Сейчас зайдешь. Берите трэш. Там этот ДЦ покидаешь, этот КС на меня, на лока демона. И большого. А, блядь, я согрел крышак. Забери, вот. Вот, забери. Подведи под большого. Подведи под большого. Их заморозил. Ну ща. Кинь на меня, Боб, вот. Это НПС и сагни. Там сзади, видишь, НПС еще бьют. Сейчас тоже к нам приведут. Ну сейчас мы уйдем от этой херевой. Не лезь, Войт, не лезь. А, все, уже поздно. Бля, лови большого, стрижи. Сзади, беги, лови большого. Ой, говори, блядь. Нахуй ты! Падлый, блядь. Спасибо, Войт, молодец. Пизда, ты ловушки, блядь, взрываешь. Нахуй ты лезешь, блядь.
Бьют они НПС, этот бой на нас не повис. Только те, кто прибежали, они на нас были, блядь. Убили бы этого зеленого чмыря, блядь, и все, ну ебано, блядь, славит. А как вы сдохли-то? Так второй большой вышел, он к левым фиганул, там два человека сдохло сразу. Не ебашат клевом там на рейндже, блядь. Короче, доберу солчат, ебать их в лоб. Не сагрите трэш, чините. Есть у кого в рейде амитрин? До встречи. Даже не амитрин, а страхолит. У меня уже достаточно. Кушайте рыбку. Мы пуляем большого, блядь. Да как, зачем ты лезешь? Ну ладно, давай убьем. Вон добрался, солчата, щепешка. Сейчас под стеночкой аккуратно, ни хера лишнего не агрите. Погнали, на ребре забафаемся, суманем шипы сразу. Давайте аккуратно под стеночки. Еще одна ловушка. Собери боб кину мне в воде. На демона. Когда? Боб ретропал. Дала. Кин. Вот. Будет захиливайте того. Я тут посмотрю, если этому шоку нужна труба, я его пишу. Конечно, не смог. Господину проникли. Смертные, ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто. А у тебя же вроде не новенький какой-то лок, ну, ты много 25-ки был. Че, вообще не падают нормальные трини? Да, ну, падаю, но я зильни набираю постоянно, блядь, с этих бичей вагоны, блядь, и меня все уносит, нахуй. Я, блядь, хожу, блядь, фармию йод, нахуй. А теперь приходят твинками по 3 КГС и забирают то, что мне надо, блядь. Вот, заходи на Войда Холли. Чекайся в этот, два рефика убьем, короче. Ну так, это, нажмите на шкаф. Нажмите на всю. Ну ладно, приз пойдет с нами. Так уж и быть. Там только ты ролишь со мной совой в трубу, не? Не нагоните РК, кушайте.
Вот слышишь, на вихре выбежишь, короче, с рейда. Так, пойдем на групп луки. Так, это. МК, кинь на меня, мах. Давайте, фулл бафы. Протопа, этот, войд, бафай, каски всем. Этот, кресты, кулаки, чек на бафы, чек на пул. ДЦ чего не хватает? ДЦ приз. Ты готовы этот... На, ДЦ, блядь, где-то. А куда ты портуешься? Зачем? ДЦ, стой, 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 куда портуешься? Перекинь вайда офнутого восьмой патрик. Хорошо, сейчас, секундочку. Ну, он сейчас зайдет после этого. Я знаю. У меня просто сдвигаются фреймы из-за этого. Нажмите на сумму. Сразу суммуйте. МДЦ. Там ШП этот шок зайдет на корабли ДК, что ему там топор надо 2.6 скорых. Вот. Ро, сколько у тебя льда? Денис. А? Сколько у тебя льда? 13. Тебе, короче, надо сейчас топор с ребра, правда? Ну, если упадет, было бы неплохо. Ну, а так я кинжал воткнул, потому что все-таки дамаг там получше будет, чем на том топоре. Ну да. А шею без синдры, да? Мне пояс очень сильно нужен, там кольцо, запы, все остальное. Так еще более-менее череп, да? Череп это самое главное. Ты чекни, все уже здесь. Да, ну чекай на пул. ПС на меня кидаешь, ДК приз, понял, на лока. Все готовы, ДК начинай, там Д всех фризи. Хорошенько хильки фризи, потому что... Он этот самый танчит один там. Будет много урона лететь. Дайте геру. Шип, сливай рог. Ретрик там тоже. Ретрик роговый по шипам. Мах, куда ты подпиливаешь? Стой, бьет босса, не бегай. Войд, выбежишь вправо, слышишь, с рейда, когда этот самый. Слейте шип с меня быстрее. Убегай. Беги, Войд. Хильте Войда там хорошо. Войд там мастер аур, прожми сейчас. У кого броня, воткните лед, прожмите мастер аур. Выходите из лур. Шип, сливайте, милики. Выходите из луны. ДЦ Холи Приз, бля, или что нахуй? Что с тобой не так? Это Холи Приз, да. Сейчас я его подниму, когда у него кончится эта форма. Дай Берину. Дайте гимн на ХП. ШП, дай гимн на ХП, быстрее. ШП Приз, гимн на ХП, дай. Уйдите из-под клива. Шип, сливайте милики. Отверни. Оригана, уйди из-под клива, тупой, блядь. Сука, нахуй вы лезете под клив, блядь. Тупые олени, блядь. Ты понимал этого хули креста? Да, он. Ну там лужа была, он встал и лужу. Ладно, так добьем.
Залей маме шаману. Оверхиль, Валера, пожалуйста. Вот, выбежишь с рейда. Чип следует, блядь. Тупой мах тоже, блядь. Подпись, блядь. Выбежи, блядь, с рейда. Беги, малышка, беги! Стойте в центре, не разбегайтесь. Смени шип быстро. Быстрее шип сливайте с ней. Выйдите из лужи. В лужи не стойте, зафильтрируют. Выйдите из лужи скорее. Отойдите спортливо, блядь. Фу, сука, Ориган, вот этот, тогда холи приз, блядь. Вот, поздравляю. Лестницу рейд быстрее. Видишь, вот, пошел мне помогать, видишь, и штаны сразу упали тебе, заметь. Специально, что ли, за штанами шел? Да. Yes. Заходи за этими штанами. Этот, ты, у тебя есть ДЦ спек? Холи Прист. У тебя ДЦ спек есть? Вместо Холи Приста. Спекнись в ДЦ, блядь. Нахуй этот хуй. Спекнись в ДЦ, блядь. Не знаю, нахуй ты спекался в Холи Приста, это долбоебизм, блядь. Ну, давайте этот суманим сейчас войд форсы, не агрит. Я подбегу, там у меня у ребра стоит. Все равно не агрите, дайте ребаф по тем, кто падал. Сейчас я зайду бафну. Давайте больше без тупорылой хуйни. Там вот сразу ДД шмотки накинь себе. Чтобы ты босса поймал рога. Первые триксы дашь на хризе, и следующие триксы будешь на войд форсе кидать. Нажмите. Играйте аккуратно, вот этот Ориган. Не играй этот Ориган, смотри по сторонам, не играй как тупой еблан, хорошо? Мелю Сунели, играй аккуратно, все, ДК начинай, войд начинай, блять. Рога на... Ладно, давайте без бафов тогда ходим. Кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве. Прожмите вас бафы все и все. Да, здесь если баф лапу, им ты там хаски пробафаешь уже под шумок. Сейчас бы черепок, да, Рох? Паладин унесет, если он упадет. Почему это паладин унесет? Петрику нужен. Сейчас бы эти сапоги кожаные на крикосту, вот это было бы прикольно. Вон от ДКшки надо. Ну помнишь, как это в РСке было, ты говоришь, вон чешка упала, и ее как бы все равно заберут. Ну это увидим сейчас. Иди большого сюда, под этого. Среди, кстати, еще и пузо падает, и пояс, которые тоже нужны. Так что леди, что-то да должно упасть. Да, леди не чуть-чуть. Я, кстати, в гильдии вот, блядь, всегда добираю, ну, типа, даже если не одетых игроков, то, блядь, которые потом заебись играют. Давайте, чекаю на бафы, чекаю на пул. Хрейте, там на второй фазе не води босса, выйдите, все наберете рейндж. Аллигатор, все, все готовы, начинаем. Я, у меня, правда, КД, блядь, на бульсы. Трэш, выйдет, сыграйте в трэш. Паладин, слева будет трэш, с одной стороны. Да.
Активный трэш, переродился, блядь, ну... Сука, Шипет, ты тупой нахуй, бей трэш, блядь. Ведь смотрим контроль, блядь. За контроль ты меня. Мне контроль, вот, отлично, молодец, Кирилл. Мне контроль, опять, вот, отлично. Все, переводим. Должно хватить урона. Хотя вроде хуй знает, сейчас увидим. Не, трэш. Трэш надо сыграть. Играйте в трэш. Берем трэш, переведем босса. Аригато, зафильте, смотрим. ДК там готовься. Ловить босса. Лови. На пул на фризе. Лицы на фризе. Фризе, ЛП, бей! Сбивайте косты. С лестницы, моба. Моба с лестницы, этот, милики, расковыряли быстро. Милики, Рок и Ретрик, идите убейте моба быстрее. Выведи в центр босса. Ты можешь вывести в центр? Вот, набивай огромный этом на леди. На триксы кидай на войда теперь. На войд форсы, на паладину. Контроль шамана. Триксы на войда. Войд, набивай агро. Кинь это магу сакру уже. Лестница трэш. Моба, вот, миллизон, зауешь его. Оригану, прожми стелс, мах. Иначе умрешь. Прожми стелс, отбеги, стопни, дамах. Шок, уход в тын. Я дам раскол. Вот, отлично. Там моб с лестницы сейчас еще один будет. Милики, смотрите. Вот-вот. Давай, отлично. Лови. Диспенсер, леди. И моба, слейте. Моба уже может не сливать, добиваем босс. Все, отлично. Смотри, пузико упало, я тебя поздравляю. Помнишь, как я говорил, самое заебись бы было, если пузико упало. Спасибо. Ну да, там арп хотя бы будет. И это мастерство, но у меня 37 мастерства, это никуда не ушло. Ну. Давайте на трэш быстро. Давайте квест, а то лед кровь носа нужно. Нет, квест. Это единственный квест, который я в ТЛК пропускаю и не делаю, блядь. Великан? Да, блядь, долгая хуйня. Вот этот шок, зайдешь после трэша, слышишь? Мы тебя суманем, не пульте. Пусть он зайдет ДК там за топором. Не надо. Ну и нормально, да, если еще кольцо упадет с арфа. Да, за кольцом тоже хожу. Ну видишь, блин, вот это пузо и кольцо, оно на комбата со скоростью как бы, ну не очень. В целом, ну оно лучше, чем сейчас у меня, но в целом ну, да не то. Я покупаю, типа, ну блядь. На безрыбе, хотя, блядь. На безрыбе и рак рыба. Сейчас мне надо релогнуться.
Там не запускайте только корабли. Заходи, ШП. На своего ДК там. Вань, на минуту отойду, запускай их что. Добро, хорошо. Сейчас залегу. Как жизнь? Такой вопрос. У кого в рейде есть камень на 30-90, либо синий камень и ювелирка с 30 выносливости? То, блядь, не сделал нихуя. А есть юга у кого? Давай, куплю. И надо еще чарку на наручи. Что-то у меня тут 11 пыли есть, 3 великих космических. Дайте кто-то там зачарьте на 40 выносливости. Нажми телефон. Там для этой чарки нужны, по-моему, вот эти фиолетовые кристаллы, штук 6 штук. Есть у кого это? У меня все, не? Есть у кого ювелирка 30 выносливости? У меня есть кристаллы. Есть у кого наложить на чарку? И сядьте кто-то один на пушку. Нажмите на сумму. Этот самый. Возьмите сиранцы этот. Покомандуйте кто-то один, блядь, на кораблях. Мне надо ревогнуться. Что-то у меня все забагалось нахуй. Я чарку сейчас линканул. Ага, у меня, короче, великих космических 3, а надо еще одну. Что, запускать? Нет, стой секунд. Я, тебя в рейде нет ни у кого. Че, ювелирки нет ни у кого? Алло. Видимо, нет. Так. Тихо, блядь. Ладно, поставлю распределять лут, потому что у меня аддон багнулся, я не смогу паролить на группе. Типа трубу, блядь, если что. Потом пост. Перед сурком сделал, я завел, короче, берите джетпаки. На тот корабль перелетает этот Физи. Весь ряд перелетает, оденьте джетпаки. Постарайте за два мага убить Дюшес, ДК этот. Народ, подскажите, какая там горящая клавиша, когда вот на замедленную ходьбу? А там можно назначить назначение клавиш любую какую-то. Так у меня стандартная стоит, просто сейчас хожу медленно, бля, какая клавиша. Возле намлока, которое отделение. Пусть заткнет эти пушки!
Ваня, это самое. Купил себе камень чарку. Портану сейчас на первый этаж передам. Суманешь нас рука. Ну, наручи зачарить надо. Че, он отошел? Че там на первом этаже-то? Портал до варан там. Тебе надо эти кристаллы? Да нет. Заряжайте. Че, быстро портануть? Труба. Напиши там в чат по номеру, что тебя не слышно, канал. Говорю, вечно вот такое дерьмо, блядь. Дюшет, заходи на приста. Извините, на шкаф. На реложность. Короче, это там, я, мне тоже надо реложиться. Переделать огонь. У меня, оказывается, две чарки бы в таких сумке. Лол. Ну камень хоть взял. Ну извините, ребята. Я вроде бы все. Там не запускайте ничего. Чё, Вуди, мне осталось штаны, тапки с РСК. Всё. Тапки на ретрика, да? Не, на ретрика там есть уже, там чешка только осталась. На танк. Можно, в принципе, и в этих гонять, пофиг вообще. А, у тебя штаны... А, штаны, которые с ребра, да? Нет, штаны, ты чё, вон ты есть. Мастерство. Я с этими, у меня башка сетовая, а штаны с ребра, которые падают. Ну, башка у меня тоже есть. Ну, ты символ ставишь, наверное, на мастерство. Да. Я-то его не ставил, я поставил другой. А ты что поставил? Так, у меня гнев, праведная защита, но это 8%. Святая клятва у меня. А, на 3% урон тоже? Ага, нормальная тема. Бля. Запустите, сука, кто-то. Сука, надо какой-то макро сделать, чтобы на себя щит обновлять. Герои, будьте начеку! Вот этот, кстати, Рога, о чем я тебе говорил, блядь. Закинь этого ДК подальше. Ты ее хоть увидел, а я черепы не видел даже.
Я за все время, что играю в WoW, видел череп в Гере два раза. Я был, не знаю, может быть, в сотни, 10 гер. Я его раз 10 видел, при мне раз 6-8 на него просто кидали. Че, как танчим? Великий вот здесь, вот, а мы вот здесь на ступеньках танки, да? На ступеньках. Так, там одному мобу стан давай. Так на офи делали. Сейчас дам. Не знаю, 12к сейчас дам. Ну вы станьте на ступень, ну здесь вот. На ступень что будем бить просто. Не суть. Там как профитнее звездопад не из пола давать, а под трэш, да? Ну. Трэш играйте активнее все. Прото. Паладин, встань сюда, тут, ну ладно, либо встань на ступень, давай так, этот сам, и там ретрик, от себя правому мобу стан, войд от себя правому мобу стан, пес пуля на меня. Давай, Гера, Валер. Ой, блин, пожалуйста, звездопад. Звездопад дается пула, и потом уже второй раз построишь. А, ну ладно. Точнее, его надо дать прока луны, прока 3, и потом такой звездопад. Готовимся, трэш застанем ему был. Играем трэш быстро. Быстрее в трэш, ребята. Не вижу урона вашего, ебучего урона в трэш. Ну это он можно выбирать. Так-то на мне уже алло. О, ну да. Ты по урону смотри. Играйте в трэш. Люди, залей ману, шаман. Готовимся, трэш, трэш активнее, сыграй, вы что-то вообще нихуя эти трэш не бейте, блядь. Бейте трэш. Выбиваем босса, уже трэш не бейте, блядь. Это ДПС совсем дерьмо. Что там мы дали? 82. На бомбика неплохой лутец. Ну так-то да. Ну вот, я же говорил, 12 дам, 12500 дал. Ну, блядь. Посмотри, какой у меня лог, блядь. Я вообще заебись дал, вот так-то. Так, на тебя же МК ИПС-ка, наверное, беру. Чего? На тебя МК ИПС-ка были, говорю, нет? ПС-а не было, блядь, я не знаю, куда он кидает этот ПС. ПС на меня не кидал, блин, никто.
ДЦ приз. Ты меня слышишь? Куда ты кидаешь ПС? А, ну блядь, был бы у меня ПС, я бы еще шипа въебал. Что я повис? Перезайду. Давай быстрее. Давайте на портал включу рейд. Кто тут стоит? Ну чё вы стали? Мах вот этот, блядь. Давайте быстренько на портал включу, быстро валькирую. Быстрее, там справа вторая летит, ребята, нахуй. Я не хочу вайпаться сейчас на трэше. Там вуди нету, ДПСа нету, блядь. Райди точно вальку, быстрее. Диспельди точечно, приз, блядь, маг, блядь, почему она стоит хилиться, блядь, две хоты, блядь, уже докикали почти. Играйте валькирию, активнее. А ее что-то и не убить, походу, чё за... А ее не бьют, потому что пидорасы, сука, стоят АФКши, чего-то ждут. Что вы, сука, ждете, сука, там биги, блядь, или... Сука. Как вы меня раздражаете, блядь. Играйте валькирию, точечно. Все, падаем, вай. Поздравляю, молодцы, блядь. Да падайте, это все. Мы ее уже не заковыряем, блядь. Че, две загрели? Нет, одну, потому просто они, блядь, тупые пидорасы стоят, нахуй, АФКшит, блядь. Тупое уебство, нахуй. Нет мозгов, сука, вообще, блядь. Просто ноль, блядь. Зачем ты бежишь к сове, блядь? Упади нахуй там, где стоял, блядь. Шизова нас порезает хоть. Кто этот хире, блядь? Не лови бой. Зачем ты бежишь к сове, тупой маг, блядь? Он инвестор напряжал. Резайте. Стоят АФКши, блядь. Дергайте, не двигайтесь. Там валики рядом, блядь. Дергают писку там под столом, блядь, вместо того, чтобы валькир бить. Ребята, если вы пришли сюда по АФКшить на трэше, блядь, уебуйте нахуй. Я лучше возьму с гильдии какого-то раздетого персонажа, блядь, который будет, сука, идти играть, блядь. Заебали. Из-за вашей хуйни, блядь, мы только что вайпнулись на трэше, блядь. Из-за того, что вы, сука, не соображаете, блядь. Рох, ты там что, жив, нет? Давайте на портал включимся, быстро. Кто там сзади? Шок, Войт. ШП и Войт. Шевелите поршнями, блядь. Стойте, Валька летит. Да, агрите ее, на месте. В центр. Агрите ее, идите в центр. Ирайт, идите в центр, быстро. Идите в центр, быстрее. Зайдите в центр, быстрее. Вот. Все, взяли, заведите в центр, внутрь. Взяли, бустанули ее быстро. Вот, собирай мелких, там давай сало дай сначала, потом дай мастан, чтобы они не хилили. Вот, сука, это нельзя было так сразу сделать, не, блядь? Надо было уебком каким-то пострадать, блядь, постоять по авкаше, блядь. Не надо, веди следующую вальку сразу. Ну вот видите, блядь, к чему приводит ваше уёбство. Ёбаный в рот. Агри нахуй. Мы либо идем быстро, либо вы уёбываете отсюда. Давайте идем на чучунку быстрее. Танки на чумку. Чего там стоите, чего вы ждете? Отдайте бафы, пристабав лапу инту быстрее. РДДшки в милизону не становите, чтобы вас не поубивало к ебаной матери. Наберите раньше к милизону. Активно играйте в жирный.
Вот, отведи назад. Ты же видишь, что еще не добили. Дискаль лучше вон снизу, с креста. Мах, дай инфу. А, не пришло. И на меня боб сразу. Давайте погнали быстренько дальше. Настроила дом. Пришлось удалить, короче. Зашел в папку. Хорошо, что там в этом. Ну, в кеше можно удалить чисто папку на один аккаунт. Иду, иду. Царите вторую собаку, блядь. Редкий, редкий, блядь. Редкий, знаешь, почему ты умер? Хоть скажу тебе по секрету. Потому что вместо того, чтобы дать мастан, ты, блядь, ну... Ауешен в трэш, непонятно зачем, блядь, пока тебя не захилили. Левой нету. Левая без... Там Роб снял ее.
Сейчас, короче, ждите, мне надо ребенка. Прикинь, такая из третьей пати в седьмую или восьмую. Я его перекинул в ледяную корону, да? Так, заебись. Сейчас я релогнусь, у меня, блядь, не аддон, ну, типа, я удалил все, ну, типа, все настройки аддона, поняли? Ладно. И сейчас мне надо релогнуться, чтобы, блядь, замутить все. Подождите минуту, пока ребахнетесь от Пети мамы. Вот секундочку еще одну. Оп. Чтобы мне показывало огненные недра просто. А то у меня, ну, прок. Дайте фулбаф рейду. Чекай на баф, чекай на пул. На рейд становится шипе, сова. Кто там еще один? И маф. Все остальные в мили-зону. Зайдите в комнату быстро. Вот, зайди в комнату. Сейчас останешься за дверью. Маф, заходи в комнату быстрее. Пулять, ДК, начинай. Геру как поставить в центр, дашь Геру. О, заебись. Все, обратно на свое. Захиливай тебя только. Липучка, вонючка! Не бегайте, можете не бегать, стойте на месте. Станьте главное красный кружочек, тогда по вам минимально будет урон проходить там. Не по всем сразу. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Выбирай большого. Отличные новости. Беги, малышка, беги. Я подачи ядовитый слизь. Отличные новости, народ. Слизь. Шипе, уходи, там лужайки ты стоишь. Нажми уход в тень. Ну, либо тучку. Свали их. Забери большого. Залей озарение шамана. Там надо на рейндж выйти кому-то. Ну, любое тело, выйдемте на рейндж. Вон, ДЦ-3. Забери большого центра, Войт. Беги сразу. Взрыв будет. Бля. Новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Добивайте его, все. Уже добили. Ресните меня, ресните рога. О, рог, смотри, кинжальчик. Это... Это не очень.
не понимаю, как тут люди. Как тут люди дохнут. Это же надо увидеть. Я залип, короче, этот самый, я залип, я не видел там взрыв, видео, когда начало лететь, уже не стал отбегать, блин, я ебал. Дайте рыбавку по локам быстрее. А я про взрыв даже не услышал, вы что-то говорили, ничего не услышал. Так вы не слушаете, что говорят, вы следите за игрой. Нет, тема же, что перед взрывом есть этот, ну, разговор самого Геломорда, и поэтому ориентируешься. А в это время, видимо, разговаривали, и я вас слушал, а не его. Нахуй вы вообще это слушаете, это хуйня, там все видно, я просто, блядь, затыкал. Наверное, поставьте перед тухлым рыбу, пожалуйста. Ну, в принципе, можете не ставить у меня своей. А, стоит уже. Да, ну кушайте рыбу там. Боже, че ты на баф, че ты на пул. Кот, съебай нахуй. Ну съебай. Сделай мне услугу. Все готовы, начинай. Одну спору в шамана, одну в мили-зону. Надеюсь, разберетесь, где 10 человек, где тут шаман, блядь, стоит. Вот же, сука. Тыкаю на кнопки, а бля, таргета нет, и бот никак не. Что он, да. Ну зачем ты с мили-зоны вы не спору? А нет, это децепция, все верно. Шаман при хилте танка, короче, плясет. Давай посмотрим, когда физия будет на цемент. Ну, если ты ему сейчас скажешь, он мне даст правильно. Ну, я думаю, надо на 300 как-то делать. Он что, отдал уже? В каких 300-ках ты че? На 8 там? Вот бей босса, не стой, а в кар, блядь. Бей босса, блядь. Я имею в виду духи. Босс. Вот, да, вот. Да, ну да, да. Мы перед ним. Вот сейчас надо отдавать, там можно еще один стак под капелькой выдержать. Да после вдоха, вот сейчас он вдыхает, и тогда можно нажать в конце каза. Блять, Войд, можно, блядь, нажать бить босса, блядь, бей босса, нахуй. Не стой, блядь, тупая, нахуй. Заебали. Ты видел, Войд, я 5к даю протопал. Так что, старайся.
Ну кто вас всех уебнул, а? А, сынки, блядь. Да блин, экзекут фазы это очень заметно у демона, когда ты третий, но начинается 35 этих процентов или сколько, да, и все, демон вверх уходит. Фазы просто разъебы локом в шеста, блядь. Приста вроде как есть, да, какая-то небольшая экзекут фаза в талантах? Креста нет. Креста статичный урон. Мне нравится поэтому Deathrock, Шипоприз, у них статичный урон. Там у рогов важно, чтобы у них все время фулл хп было. У магов там что-то на 35, по-моему, доп урон. Ну да, у магов, блядь, экзекут. У Афли локов. У Афли локов вообще две экзекут фазы. 35 и 25. Где это 35, это что? Там. Талант. А, больше дедовенджа, да, просто? Они чё, ивент починили? Нет. Пойдём вниз. Вон там увеличивает количество здоровья, вытягиваем хищение жизни на 10, когда у вас остается 20% здоровья. Нет, нет, сейчас же. И увеличивает от ваших заклинаний. Шамане они все. На 4%, когда у цели остается 35%. Вот, да, ну я про это и говорю. Талант. А 25 это где? 25 ты начинаешь похищение жизни кастовать. Ага. Это абилка, которая наносит, ну, больше всего урона. Она, ну, у тебя прокает, как, блядь, истребление. Она там. А вот этот талант, раза, да? Что 35, ты начинаешь просто наносить от темной магии. Но поскольку у тебя главная абилка это темная магия, главный урон. Ну вот, ты посчитай. Там порча перевешивается, да? Ну, порча немного не так перевешивается. Там порча, блядь, там... Надо с умом... Так, здесь, смотрите, всегда играйте сначала в зеленого, а потом в красного, на переходку. Да я скажу, что как. Нахуй вот это. Фрукты, если я забрал, я уже все расскажу. Дайте приста баф. Я без пристовского бафа бил, блядь, тухлого. Присты, блядь, два приста, вы что, сука, там, блядь, на гей-парад собрались? Дайте бафы, блядь. Вань, извиняюсь, срочно минута АФК, по работе звонок. Ну, открывай ману пока, давай шевелите его жопу, пейте ману. Мах, поставь стол, чтобы люди могли открывать ману. Возьмите жрачку, чтобы потом мага не заебывали, поставь стол. 80 штруделей все взяли. Ну я всегда беру 80 в натуре. Ну нормальные пацаны всегда 80 берут. Я как взял перед ребром 80, тут они так и лежат в инвентаре. Так ты салат. Есть у кого-то страхолит, ребята? Давайте ждем, что-то на бафу, что-то на пул. У меня есть ограненный страхолит. Да, о, может дать. Такой. 12 СПД, 10 дух. Надо? Да, надо. Мне как раз заебись. Я портнусь до Лоранта, меня суманет, я как раз голову черну. Еще один камень куплю. 21 крипа. Уже духовный чернокнижник. Мы ждем Валеру, сейчас Валера придет и мы начнем. Бля, только не в каше больше никто. Блядь, это все так долго, блядь. Еще и трубу не сролил. Блядь, зачем я тебя брал?